Дай-ка я его еще раз послушаю. Секунду. Ладно, давай попробуем начать. Я никогда не видел эту игру. Очень любопытно. Ля, вышагивай. Ты посмотри, да посмотри, да. Блин, графен здесь в этой игре охренеть можно. Пиксель-арт просто... Шляпка 300 долларов. Есть ты, твою мать. Короче, все понятно. Дональд сейчас опять ради Дейзи будет это грабить и убивать. Дональдо. Игра чисто на японском. Перевода вроде как у нее нет. Эксклюзив какой-то прям сильный. Ох, етить твою мать. А здесь нужно знание языка. А я ничего купить не могу. О, а что я выбрал? Или может быть это... Го-го-го, чё го-го-го? Ядрить анимация на заднем плане. О-хо-хо. Жесть. Боши это вроде огонь. Или горячий. Вроде. Не помню. Так, окей. Эта кнопка делает что-то. Отлично. Шляпа Дональда Дака. Ну, может быть. Так. Сдаться? Нет. Окей, это какое-то испытание. Это этот, как его, да? Как ее называют? А тут можно бегать. Не Масаку, просто топ. Как это шоу японцев называется, забыл. У нас оно называется Царь горы, но у японцев оно тоже есть. Я забыл название. Бляха, ну ты можешь запрыгнуть, а ну. А как прыгнуть-то, алё? Фу, 3 секунды оставалось. Я же на нормале играю. Чё ты мне говоришь, изи ачивки? Да, вот это. Типа, мы что-то делаем, видимо, да? И получаем за это деньги. Окей, видимо, кнопка А это выйти. Из мероприятия. Что в прошлый раз она именно это и делала. Есть курить. Мне что, нужно почту разбрасывать или что?
Вай! А, тихо, не беги за мной! Блин, анимации в этой игре прям огонь. Дональд, ты чего? Дональд, ты нормальный? Ты курицу только что съел? Дональд! Дональд, ты чего? Дональд, прекращай это говно! О, нет! О, нет! Оно будет зацикливаться, да? Пока я не выберу правильную дорогу. Блин, не туда поехал. Окей. Так, в это я уже кинул. Там снизу курица была. Сверху я тут был. Так, понял, поехал. В прошлый раз здесь был. Сверху был? Блин, там еще выше. Случайно. Да как туда попасть, алло? Все время вверх, что ли, нужно ехать? Да все время вверх ехать, чтобы как-то куда-то попасть. Работает. Хорошо, все время вы... Не, подожди. Хорошо, хоть таймера нет. Я нашел. Вниз. Еще раз вниз. Еще раз вниз. Вроде бы. Тут он взлетает наверх. Блин, я один где-то пропустил. А где непонятно. Вверх. У меня уже хп не осталось. Сейчас обязательно меня тачедло сбьет, да? Да встань ты, животное. Где я пропустил-то? Туда надо попасть. А иди в пень, игра! На шаре последний был? Чё? Твою мать. Три. Четыре. Пять. Твою мать. Я сначала все верхние. Так, теперь я верхние все сделал, окей. Вниз. Тут надо было вверх. Да иди ты нахер, женщина, что ты тут гоняешься? Все, задолбала, блядь. Окей, 8 осталось.
прыгнуть здесь, да? Вниз. Был здесь. Здесь. Не был. Попал. Действительно. Действительно, ему нужно было газету отдать. Четыре осталось. Где я четыре пропустил? Наверху. Как минимум два было. Так, тачка. Вверх. Так, здесь и вверх, и вниз ходил. Хорошо. Теперь всегда вверх берем. Раз, два, три. Прыжок. Вниз. Где я пропустил? Опять одной не хватает. Опять одной не хватает. Да что ж за говно-то? Ну это в кусты, да? Где я пропустил-то? Один раз вверх, один раз вниз, давай. Так, прыжок. Вверх. Теперь вниз, если спросят. Да, блин, вон она. Камон. После машины вниз? Что ли? Теперь вверх. Нет, после машины вниз, еще раз вниз. Вниз. Еще раз вниз. Теперь вверх. Окей. Игра огонь! Игра огонь! Paperboy. А, тут сразу даете мне за нормал и за изи, что ли? Ничего себе. Тут мудряво запрятали. Знаете, как они пишут и в пароле имена персонажей на японском? Прям хорошо. То есть я увидел, Мини было написано. Что такое? Это Рэкет Ральф? Так, на А мыть окна, хорошо. Другой момент, что это за мини-игра будет. Нужно 25 окон помыть. One up! One up! А здесь что, жизнь есть? Вас 4. Thank you.
что глазами стреляют, подоконника нету. По-моему, на этом этаже ничего не было, нет? Могу ошибаться, конечно. Проверим. Ну, пасу ему, господи. Что у вас за игра такая странная? Дональд, чё ты крадёшься? Блин, а если здесь жизнь есть, то чё это тогда? А, ну да, здесь жизнь есть, вон 2 написано. Чего? А, окно чистое. Чё-то не то. Какая безопасная у тебя, Дональд, работа, я тебе скажу. Без страховки по подоконникам гонять. Почему мне так никто окна не моет? Говорит, сам мой. Чё бесишь? Вау! 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 Ты чё, игра угорела? Так, ну где-то 2 или 3 на этом этаже, что ли? Ровно сегодня они все решили, короче, это кидать свои мячики на разных этажах, горшки выкидывать с окна. Вот ровно сегодня. Там еще выше что есть? Вот это я пропустил. Но где-то в конце было, да? Вот оно. Блять, надо было. Окей, отлично. Угу. Все заново? Есть, курить. Все заново. Иванов, конечно, не респавнится. Нет, респавнится. Duck building. И древняя походка. Да видел я куру. А че яркость так скачет? Походу, это минус еще одна жильча будет, да? Да. Ай, ладно, давай. У него походка здесь просто огонь. Давай по очереди и не спеша. Знаешь, к тебе кто-то приходил бы и окна тебе мыл. Шок-контент просто, ну. Бесплатно. Конечно. Сика. Я
Не, ну Дональд, очевидно, с этого зарабатывает, конечно. Если бы Дональд так легко было бы мыть окна. Да ты протрешь его уже, задолбал. Мне нравится, как тут вроде как бы ничего сложного-то и нету. А в то же время сложно. Окна, да, именно такое лицо и делают. Нет, нет, нет! В жопу иди! Можно я залезу? Тихо. Да бесишь! Да не души, игра! Нет! Дональд! Дональд, блин, ты дебил! Хорошо, я поверху пройдусь, бесишь. Я чуть с 9-го этажа не упал. Почему мне этот персонаж в окне напоминает этого Бастер Банни? Или кого? Как там сестру? Или не сестру его зовут? О, Пурутто! Пурутто Дайджи! Че, шляпу купили, пока ты ходил? Твою налево. Зато у тебя теперь много денег есть. Эй, молодой человек. Не желаешь ли купить шляпу с моего голого тела? О, я в деле. Сейчас покажу тебе ее. А у тебя там прям соски видно? Да, да, все видно. Ночью пришел в башню, чтобы на соски посмотреть. Что Дейзи скажет, Дональд? Ну? Что, что, на проекторе будешь? Все, транслироваться будет на Twitch? Давай. Давай, интересно будет. Это, в чат название каналчика кинь. Чего говоришь? Амарант? Ну да, конечно. Едрить Кастельвания пошла. Тут все чуть... Подожди.
Я нажимаю, я кручу шестеренки и все, двигаться начинает. Ядрить, игра угорает. А зачем здесь это все? Это типа меня игра обучала, что ли? Теперь нужно будет посерьезки все делать. Так, где хитбокс у нее? Хитрить вы тут придумали. Такое ощущение, как будто бы нельзя ничего трогать, знаешь. Дональд съел курицу. Индейку преимущественно. Что вообще ни разу не делает его каннибалом или чем-то подобным. Вы все придумали. Ту. Окей, как это работает-то вообще? Да! Я кручу шестеренки, короче, призраки что ли вылезают? Вот оно что. Да, ну ты можешь... Прыгнешь как по-нормальному. Нет, нет! Только не привидение, только не привидение. Дикое и симпатичное, все понятно, да-да-да-да-да. Нет! Дональд, живи! Шестеренки реально трогать нельзя. Иначе призраки появляются. Вот это да. Ядрить тут платформинг. Никогда не знал, как Скрудж пишется. Прочитать не смогу. А это кто? Так, я начинаю переживать. Давай-ка я сейв-стейт сделаю. Ой, не сейв-стейт этот. Скриншот пароля. Сейв-стейт. Что-то это слишком как-то это... Пока ты ходил, нажимал кнопки, уже весь Twitch видел, как я свои сосцы показываю. Эдвин да Винчи. Сверху название и платформа. SNES. У меня глаза устали реально от этих игр. Hidden Objects. Прям вообще жесть. Я сейчас к зеркалу подошел, мои глаза краснючие. О. А он обещал показать сосцы. И показал, смотри.
Я на самом деле человек-невидимка. Я плод твоего воображения, поэтому ты... Знаешь, как стримеры делают, типа, ну, через какое-то время перестают говорить «я», начинают говорить «мы». Типа, ну, сегодня мы будем проходить игру. Знаешь, вот, воображаемый друг у нас есть, это чат по-любому. Так ничего же не видно, ну все правильно, и не должно. Вот это, как оно, ТОС, да? Политика Твича запрещает показывать сосцы настоящие. Камон, Каири, ну ты чё? Да-да-да-да-да, Дон, теперь у тебя аргумент с самим собой. Да-да-да. Знакомо мне это. Дон без штанов ходит, и ничего. Он утка. Ты сказал, что музыкам топлес нельзя. В смысле, можно. Нельзя же. Ну, это во-первых, он утка. Во-вторых, если Дональд стример, его... Ну, ты что, стримера будешь видеть ниже пояса? Камон. Я сейчас тоже сижу без трусов. Стоп-стоп. Чё ты? Вот то, что справа, это вот, вот, да, как раз вот эти вот. Знаешь, это мой, это вот, знаешь, я вот эту херню просто обожаю. Всплывает в рекомендациях имя чьё-то на Твиче. И ты такой, ну давай тыкну. Ну там это, знаешь, это вот это бассейн и вот это все. Ну давай тыкну. Тренды посмотрю. Тыкаешь. Пустой кадр, никого нету. Из-за кадра, короче, голос. Это вот шляпа говорящая. Я переодеваюсь. Я сейчас приду. Сейчас, подождите. Да-да. Мне так нравится. Великолепные стримы. Где стримера нет просто. Он где-то там. То есть вебка работает, она на весь экран, но никого в кадре нету. Я просто... В чем сурбор? Почему мне Twitch рекомендует этот канал? Чтобы я потом сидел и рассказывал про него? Что... Я в течение часа заходил 3 раза на этот канал, и там было одно и то же. Там не было никого, и слышно было голос за кадром, который говорил, что он переодевается. Я после этого, Ролян, на такие каналы вообще не захожу. Потому что каждый раз одна и та же херня. Ты такой сидишь. И мужик, мне нужно видеть сиськи. Покажи мне их. Ты заходишь, а тут разочарование. Что за херня? Я отказываюсь больше, не захожу, пойду смотреть порно. Чё за ерунда? Осуждаю. Чётко от меня понесло-то. У нас тут эта детская игра. Про шляпу говорящую. О боже, что происходит? Тут что, миры?
происходит? Что-то... Ах ты, сика! Яму выкопал! Никого нет дома. Проходите дальше, уважаемый. Проходите... Да что так... А где она может быть, яма-то? Так это вот это вот блеклое? Я просто... А, охренел ты что ли, алё? А, на них можно прыгать! Э! Пёс! Я похилялся? Или подожди, что происходит? Дела. Дела. Вот это яма, да? Ага. Я правильно понял, значит. Смотри, они это так сделали, как будто это на время, знаешь, тебе нужно бежать, будто бы. Тут таймера-то никакого нет. Так вот, я вижу, что у меня вторая полоска ХП. Что меня и смущает. Ну это уже какой-то тинитуновский босс. Ты чем кидаешься-то? Воу-воу-воу-воу-воу, тут еще шипы бывают. Мне нужно его дамажить, когда он вылезает, что ли? Ага, все, конечно. Сика? Или я просто не попадал? Ты больше, чем казалось. Окей, спасибо. Буду здоров. Под вентилятором 5 часов сидел. Так, Донор Эдо. Гуфи И. Сохранить пароль. Я не уверен, просто что здесь пароли, здесь есть конты. Сомнение какое-то небольшое. Чего-то 4. Чего 4? Почему эта музыка как в финалке? Ну такая прям, да? Так вот.
4 уровня теперь доступно. Лед, лес, кристаллы. И вот это, что бы это ни было. Выглядит не очень хорошо. Босс? Тебя босс зовут? Это боже, да? Боссу? Кто такой? Босс Токсик разозлил Дональда. Интересная игра покажется. Чего? Ты охренел? Ну вот теперь это точно на время. А чё, он поддаваться-то будет вообще, нет? Он вообще будет под... Чего? По-моему, я не догоню его вообще никак. Великолепно. То есть, сразу сходу он мне дал пинка, короче, да, класс. Нахер иди. А, его касаться вообще нельзя? Шедевр. Нет, можно. А, нет. Нет! Вот ты вроде кролик, а такой пес. Да, класс. Спасибо, игра. Еще минус жизнь. Какого хрена он вообще не поддается? Хоть бы ждал, может быть. Не, ну это какая-то дичь. Блять, игра, пожалуйста. Да, блять, игра, пожалуйста, ну камон. Шедевр, мать твою. Шедевр! Нахер вы этот уровень здесь сделали? Гейм овер. Что он сказал? Демот? Да почему все злые? Чё происходит? Континью, да, очевидно. Ну пошли. Не, ну что-то какая-то дичь. Скипнуть-то можно? Козел ссаный. Буду знать. Просто бегу. Здесь просто прыгаю. Здесь перепрыгиваю, здесь перепрыгиваю. Здесь сюда. Сюда. Так. 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 Ой, да нахер ты пошел бы. Это все весь уровень, да? Хорошо. Сразу, что мне игра дает как бы пароль, который как бы, ну, только что она давала мне на континью экране. Это как-то супер странно.
молодец. Ну ты видел, видел? Ля, происходит дичь какая. Ага. Ага. Чё? Это шипы? Мод 7, короче, в деле, да? Теперь музыка, как будто это финал какая-то. Да что, я кусты эти не замечаю вообще. Ты чё, алё, с ума сошла игра? Нельзя так делать. А! Ага, через это пройти нельзя. Шедевр. Да нахуй идите со своими кустами. Их незаметно. Кто так делает? Оу. Ага! Ты издеваешься надо мной, игра? Тут еще есть дырки, которые ведут в начало уровня. Охренительно, я тебе что еще могу сказать. Шедевр. И что мне делать? Да, сика... Ой, беда, какая-то они уровень. Да камон, я же должен был допрыгнуть. Ядрить уровни, конечно. Здесь проход был. А где еще проход был? Ты угораешь? А почему оно сразу не сработало? Алло, ну камон, игра, ну это бред же. Ладно. Я в лабиринте! Я в западне! Почему мы летим кверху ногами? Я пришел туда, куда надо. Ну, конечно. Ага, fuck you тебе игра. Удивительно, конечно. Что эта игра... пользуется снесовскими преимуществами прям по полной, с учетом того, что это не такая уж популярная игра, она выходила только в Японии. Ну не игра, не. Да камон, разбегись, пожалуйста, чё ты бесишь? Так, ну жизнь надо брать, наверное, да? Чё б нет? Эти кусты, конечно. Да я... Да я вообще не туда иду, конечно. Ну, вон там жизнь была. Так, ну и как? Чё тут? Где тут? Сюда, да? Подожди, а как я прыгал-то? Подожди, куда я шел-то вообще?
Как я... Подожди, я не понимаю, что я делаю вообще уже. Ну, это точно не нужно было делать, но я это сделал. Охренительно. Все сломал. Все сломал. Все сломал. Я на этот пень вначале встал. И ничего не произошло. Глупость какая-то. Да, надо было нормально прыгать влево. Братью. Иди в пень! Мясцо. Подожди. Что? С пчелы кусок мяса? Окей, это что, Властелин колец онлайн? Где с крыс падают, короче, доспехи? Что происходит? Вы что? Вы что, того? Нет, я про то, что... Я про то, что с пчелы падает предмет, который в два раза ее больше. Пофиг, мясо не мясо. Насколько этот уровень, интересно, долгий? Тут кажется, будто бы это внушительный уровень-то. А что, тебе каннибализм не пополняет хп? Не знаю, не пробовал. Ну, don't get norm. Иди сюда. Ничего не упало, он такое. Ох, чё, зря идем. Шутка пчелутка. Что с экраном происходит? Я вот что-то давно уже заметил. По центру. Они какую-то интересную механику экрана сделали. На одной половине один экран, на второй другой. Чё, как это работает, вообще непонятно. А мы долго так бесконечно ходить-то будем, я чё-то... Ну, ладно, вот так давай, допустим. Пчеловуха. Хоть этот напиток из пчел сделанный. Нет! Нет, игра, нахер иди! Медовуха только из пчел. Пчеловуха. Хотя, может быть, пчеловуха это... Как это называется? Болезненное ощущение, когда тебя пчела укусила в ушное отверстие. Пчеловуха. Нафиг они уровень этот сделали таким большим? Я, конечно, понимаю, да, эффект классный, прикольный, да, но нафига надо было такой большой уровень-то делать? Здесь проход был.
Так, что мы тут делали-то? Я что-то вообще уже... Пока ходил, уже забыл. Так, я прыгнул сюда в прошлый раз. Но в то же время я упал. Я здесь упал? Или там упал? Да, я тут упал. Молодец, я чё. Чё еще могу сказать? Значит, влево мы не идем. А, бляха! Сука, говно. Эти кусты надо было сделать другим цветом. Они вообще что-то не... Как будто, ну... Предметы на заднем плане. Так, иду сюда. Допустим. О, кура. Отлично. Закусили нормально. О боже. Что ты такое? Окей, что? Чем быстрее я бегу, тем быстрее это крутится, или что происходит? Походу, да. Увлекательно. Да ёпта мать. Пчела говна. Смог какой-то или что за... Да беги давай! Тут ничего сложного нет. Давай, Дональд. Куда мы... Куда мы крутимся? Слышь, фигня. Ты меньше становишься или что происходит? Что ты вообще такое? Ты осьминог? Что это за говно? Это лягушка, что ли? Что это такое? Fuck yeah. Да уж, разрабы прям упороли здесь с эффектами, конечно. Пойдем в кристальную пещеру, чё мы к этому... эту Ксиду идем или как его там Скейлис. Вот это уже больше похоже на музыку Дональда Микки Мауса. Что-то нашел. Хилку нашел. Ничего не понимаю. Пока ничего не понимаю. А-а-а, шипы. О, нет. Thank you.
Я хотел наверх залезать. Чава? А! Окей. Все нормально. 3 головоломки пошли. Че это? Я там кого-то бы застрял. Просто так нажать не получится, да? А разноплановость этого уровня уже закончится, потому что я что-то нихера не понимаю, что происходит. Бой! Типа, все? Это какой-то зеркальный босс. Окей. Да нахую вертел. Я понял, в чем смысл уже давно. Игра хитрит вольно. Та-да-да-дам. Да, всего лишь хотел покушать. 2 ванапа. Это земля? Почему у вас тут голые орлы летают? Что происходит? Ну нет. О, игра! Тихо! Ну это машина какая-то была. Ой! Чего, нет? Надо что-то нажать? Или что? Ой, тихо. Выглядит как нездоровый прыжок, который я не смогу сделать, нет, тихо. Зря. Да иди ты в пень. Самый стервятник. Так, ну а чё, как мне допрыгнуть-то теперь? Ну как бы это понятно, да? Окей, классно. А, понял. Да, оно мне нужно. Почему музыка на Звездные войны похожа? Та же история. Так и чего? Я что-то вообще ничего не понял.
Да просто чтобы подняться. Тара-та-та-та-там. Да? Ты меня просто наверх кидает. Чё за прикол с этой кнопкой? У-у-у, тихо. О, окей. Нужно было какой-то листик нажать конкретный, что ли? Тра-да-та-та-там. То. Тут теперь уже кнопка заработала. А! Ты дурак? Так, и что с тобой делать? Можно было еще раз ударить. Я просто думал, что он дальше. Так, теперь ты должен ее бросить назад, если я правильно все понимаю. Нет, ты, сука, козел, да? Так, у нас с колоннами какая-то проблема. Челик. Челик. Игра, пожалуйста. Проблемка. Окей, заборол. Заборол. Стоило начать считать, сразу заборол его. Окей. Теперь этот уровень открылся. Вероятнее всего последним будет. Ну не надо вот этого вот. Фух. Я-то уж было подумал. Нет! Добро пожаловать в уровне говна. С автоскроллингом и ямами смертельными. Это точно не Capcom делало? Он же пока что очень сильно... Блин. Нормально я сейчас. Фак, нет! Я умер. Это мистер Плазма. Нет, это Capcom не делал. Это делал... Как там? Сос? Забыл. Саката? Или таката, что-то такое. Какое такое слово. Это точно не Capcom. Я опять это сделал, да? Молодец. Молодец, Минужин. Шедевр.
Чё ты говоришь, ёбаный рот? Согласен. Эт, Юки. Решил поделиться своим мнением по поводу рандома этой игры. Так вот. А, ты прошел? Или дропнул нахер? Да, она неиграбельна. Прошел? По-нормальному? Или кто-нибудь сказал, что во время броска гранаты можно нажать паузу, и граната будет лететь? Как ты выбираешь, чем больше чуваков с гранатами у тебя есть, ты просто кидаешь гранату, нажимаешь паузу, и она летит, и все, короче, помирают. Такая пауза не работает по-нормальному. Поэтому париться с ней нехеру. Эй, ты куда? Ты куда? Эй, это, алло, жабль. Дональд топ, я тебе говорю, Юки. Ты играл в это? Чё? Оу, щет. Оу, щет. Дому дороги. А, тихо. Нееет. Я в пропасть. Привет, ребят. Не, я должен сказать... Спасибо, Адмити. Зары. Здорово. Здорово, здорово. Привет, ребят. Что у вас? На столе сегодня было? Скажем так. Привет. Это Анкси? Привет, Мити. Старый пришел. Здорово! Цендрузу, ребят. Это Ник Линк. Здорово, ребят. Доскал... Это ты искал его название? Чё у вас там? Чё у вас там? На стримах-то был. У меня тут Дональд Дак выпал. Я вообще не видел ни разу этой игры. И она... Супер разнообразна. В ней мод 7 есть даже. Как в костле уровни вращаются. Я же не взял, молодец. Ну, я еще помру сейчас. Не, я помер. Это Кратос. Здорово. Наверное, это то. А у вас-то что там было? Ретро Экспресс! Я не умею так разговаривать, сорян. Все проходимо. Осталось понять, как. Ну, я говорю, Ретро Экспресс? Правильно я понимаю? Как же оно у тебя называется, вроде бы? Да. У меня ровно это только и получается. Нет! Ты чё делаешь-то? Тучка, фигучка. Это хорошо. Ретро, это хорошо. А у меня чё-то сегодня это... Одно веселье выпадает. Мне два раза подряд на Nintendo DS выпала игра из серии Hidden Objects. А Талавар первая.
Вторая другой фирмы. В итоге у меня сегодня глаза болят. Я искал предметы по экрану в маленьком окошке. Потому что DS разрешение жесть. И теперь донат наконец-то. Ой, пол. Хоть что-то. Не забывай про это. Так. Серьезно? Разминочка перед прыжками, перед прыжками. Ой, хорошо. Ой, спина болит, ёп. Так, хорошо. Поехали. Аккуратно, где тучка была. Отлично. А чего? Не надо. Где тут платформинг на тоненького? Чего? Что? Нет! Нет! Не надо! Нет! Кто это? Там какой-то баламут сидел. Кто ты? Мне вправо или влево? Что происходит? А, все? Нормально. Нет, сказали, что Боши это... Что, это шляпа? Вроде. Типа. Да, но Маху, но Боши. Типа волшебная шляпа. Дональда Дака или что-то типа того. Я не силен в японском. Я могу только прочитать это вот это вот. Вот Донна... Донарудо. Все. На этом мой японский закончен. Спасибо за внимание. Та-та-та-та-та-та. Чё, давай игра, время ласт босса. А то время уже как бы, ну, мне уже стрим надо заканчивать было время. Время-то позднее. Я удивлен, как игра... Я серьезно, в самом начале я ничего не понял, какой жанр у этой игры, потому что первый уровень был платформер, но там был уровень как Царь горы. Второй уровень был на велосипеде, где нужно было газеты, как в Пеппербое, разносить. И потом опять такие уровни начались. Нужно было окна мыть. И теперь игра полностью платформер. Фиг поймешь. Где Марио? Пуск прям. Что-то знакомое. Какую мелодию они в этот раз пародируют? Рисково.
стоило того. А, шахматы фоны мы. О! Где? Тихо! Чё? А? Что? А? Чё? А? Алло? Чё? Эй, игра! Нет! А как? О! Смошнил как-то. Чего? Ну это было не обязательно. Твою мать. Думай. Что началось-то? Ты кто? Здорово! Может, ты упадешь? Окей, его надо доджить. Угу. Ясно, понятно. Так он делает разгон, окей. Ага. Так, откатывается, это значит покатится вперед. Да, прыжок, Дональд, у тебя, конечно, не очень. Да ну камон. Окей. Нет! Козюль. Марина, живи! Вап! Получил? Что first to go? Что? Это что, первый уровень-то? О нет! О нет! Чего? А? Это игра невменяемая, что происходит вообще? Это хит? Охренеть! Я зря побежал вперед. Не, нормально. Куда дальше-то? Летучие мыши беснуются. Надеюсь, вам не слышно. Хотя, если не слышно, ничего страшного. Я думаю... Тебе страшно? Мне нет. Хотя на балконе иногда страшно бывает ночью. Нет, только не шипы. Я выйду? О, нет. Сика. Да-да-да, мыши летучие. У меня тут стая живет. Штуки три. 4. И они это каждый вечер издают такие звуки, как будто кто-то кидает камень в провода высоковольтные. Окей. Угу. Пиписа. Да ну вот это за что сейчас мне было?
Что у тебя с хитбоксом? Ты издеваешься, игра? Да, алло! Мне втащили, кажется. У него хитбокс голова конкретная. И если у него голова сместилась, то дальше хитбокса нету. Вот вы придумали. Воу, что происходит? Теперь это Ниндзя Гайден? Меня все время тянет влево. Еще не думал, что я допрыгну. Соседству был кот, шкрябал дверь в 12 ночи. Плюс-минус 15 минут. Откуда он знал, сколько времени? Чё-то я не понял, походу. Нет! Не-не-не-не-не, тихо. Сейчас жим просрём, по-любому. Я трудолюбив, да. Да просто, ты похожа на последний уровень. И я поэтому... Ну чё, на завтра что ли оставлять? Опять белая ночь опустилась над облаком. Как много ванапов. Окей. О-о-о! Петя! Тихо-тихо-тихо. Петя! Не надо! Нет! Почини дверь мне! Дверь мне запили! А как я должен прыгать-то? Алло, ты дверь мне запили? А, вот так вот. Окей. Шляпа, иди сюда. Ну, обалдеть. Не допрыгнул. А я что, могу свободно в его хитбоксе ходить? Не, ну это такое. Ху! Нет! На! Да хорош! Черт. Что меня заморозило? Воу! Да ты что, издеваешься? Еще? Чего тебе? Не-не. Что? Я не допрыгнул. Так, есть солнышко. Оба! Какая-то супер интенсивная битва. Ну конечно, ага, да. Это тоже дамажит. Так, окей. Ждем на руке. Нет, плохая была идея. Тихо.
конечно. Прыгнул. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Игра, не наглей. У меня там хп-то, ядрить. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, опаздываю. Опа. Ну, конечно, да, давай, теперь две их будет еще, ага. Долетел, тихо. Наверное, так было бы проще бить просто его, да? Чем ждать, когда он руку поднимет. Окей, изи ачивка и нормал ачивка, да? Давай. О, нормально. Хорошо. Если это все, то топ игра. Жду под конец слишком. А! Ты это королем Мишек Гамми был все это время. Че себе? Донор и Доно. Дональд Дано. Кингу. Не, подожди, чё я? Чё это? Кими? Не, подожди, это ми? Не важно. Знаю, что уважительно, да. Короче, я так понимаю, Дональд партнерку получил, он тут вообще радуется, вот сидит. Опять этот, вот, индейку они едят, ага. Все вместе. А Скрудж пришел на халяву пожрать, я тебе отвечаю. Дейди. Донердо. У нее день рождения, я так понимаю. Если что, он подарок ей подарил. Что ты ей подарил-то там? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сейчас, что это? Это был твой подарок? Надеюсь, это не все. У него все-таки день рождения. Это голос до ночи едва. Она просто на районе выросла. Там все так разговаривают. Тут переводчик не нужен. Что?
Нам-то покажут, что он ей купил. Нет, не покажут. Ну ладно, окей. Топ игра. Супер разнообразную. Вот мы мыли окна. А другие кадры будут из игры? Кто пропустил, может? По-моему, это одно из лучших, чего падало, что падало в дропманию. Вот этот уровень, как царь горы был. Перевод есть? Неплохо. Почему из всех уток шепеляет только Дональд? Потому что у нее ситуация произошла. Возрастная. Поэтому он шепеляет. Ну не только. Спасибо Каири. Спасибо Юки. Да. Контузия на флоте. Он немец, это акцент. Окей. Ладно. Допустим. Почему Дональд Дак не носит штаны? Он стример, повторяю. Он стример. Стримеры не носят штаны, потому что ты не видишь ничего ниже пояса. Чего пристали? Не носят штаны, не носят штаны. Стример он. Ему так комфортней. Вот они. САС. Я не успел прочитать. Как назывался фильм-то? Что-то больно много ачивок дают. Здесь прям жесть какая-то. Сразу и на изи, и на нормале. Сегодня на харде начал играть. Мне вообще на харде давали, что ли? Кошмар какой-то.